Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Татнефть заявила о строительстве 3 первых заправок в Кировской области. Как стало известно, во время совещания по взаимодействию между Кировской областью и Республикой Татарстан, сейчас компания в рамках соглашения, которое было заключено ранее, проводит анализ всех предложенных вариантов участков под заправки и оценку целесообразности их размещения. На совещании представители компании «Татнефть» подтвердили планы о намерении строительства первых 3 заправок. Также по итогам проведенной встречи компании дополнительно было предложено 4 земельных участка – 3 в Кирове и 1 в Слободском. На сегодня «Татнефть» проводит оценку по этим участкам. Экономика. Усадьбу купца Лебедева в Кирове попытаются продать. О проведении торгов по продаже 2 домов на улице Дерендяева рассказали в администрации города. Ансамбль городской усадьбы купца Ивана Ивановича Лебедева на Дерендяева 61 и 61А имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Чтобы сохранить внешний вид домов, относящихся к наиболее ранее сохранившимся усадебным деревянным домам регулярной застройки, стройки вятки 19 века, городские власти намерены передать их в частную собственность. Один дом планируют продать за 7 миллионов, стоимость второго оценили в 5 миллионов 860 тысяч. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля. В эфире «Экономика». В Александровском саду сделают освещение почти за 20 миллионов. Аукцион на поиск подрядчика для этих работ был опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 19 миллионов 800 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 21 марта, а победители определят 25 числа. Обновить освещение парка подрядчик должен будет до 1 июня. Мария Кожевникова, новости «Экономики» в Кирове. Программа «Экономика».